Кампанія летней занятости молоді у самым разгары. Сёлета по области плануется представить часовую працу 4000 юнаков и девчат. На данный час амаль 2500 заняток свой отрымали. Сярод организаторов занятости выступают разные установы адукации, центры соцобслуговывания, пропонуются от ремонтных работ до пошиву белизны и вырубу сувенирной продукции. Наша здымочная группа наведала центр социального обслуговывания насельництва Кастрышницкого района Могилева, где працуюць больше за 20 подлетков. Гэтыя дзяўчынкі кропатліва шыюць бялізну для веснаўскага дома-інтэрната. Праца нескладаная, асабліва калі ведаеш тэхналогію. Так, Дар'я – вопытная швачка, яна вучыцца гэтай прафесіі, ды і ў цэнтры працуе не ўпершыню. Здесь і калектив хороший, і ўзловія работы, і всё-всё-всё. А вось другая група малюе карціны. Здавалася б, звычайная расфарбоўка, а атрымліваецца сапраўдны твор мастацтва. І хлопчыкам, і дзяўчынкам занятак даспадобы. Павел – выпускнік. У вольны ад уступных іспытаў час працуе ў гэтым цэнтры. Я обычны парень, не хадзіў ніякіх художніх школы. Прыйшоў просто з дома, потому что хацел работаць. І здесь я провожу сваё время інтересна, і мне помогает мой калектив. Мне нравится эта работа и достойные деньги. 100 рублей за 10 працоўных дзён – это добрый заробок, кажуць юные работники. Праца по силах и на радость. До того ж, каждый после працоўной декады атрымае еще и працоўную книжку. Ребята приходят с большим удовольствием, приходят они сами. Многие из них задерживаются на большее время, чем им нужно. Видно, как насколько им это нравится, насколько они заинтересованы в своей работе и насколько они хорошо и качественно работают. Это очень и очень важно. Занятость молоді у час летніх канікул фінансуецца са сродкаў Дзяржаўнага пазабюджэтнага фонда сацыяльнай абароны. Алена Мільшанкова, Дзяніс Бутылін, навіны рэгіёна.